Ну а перед нами группа из Питера, Tequila Jazz. Группа, кстати говоря, в Петербурге достаточно популярная. А вот есть ли у вас в Москве аудитория? Ну не знаю, как показал сегодняшний концерт, оказалось, что знают даже некоторые наши песни. Мы были этому несказанно рады, нам очень это понравилось. Отличная публика в Москве. Нам очень здесь понравилось. Вот на ваш взгляд, есть ли какой-то коммерческая перспектива у групп, которые играют такую музыку? Я спрашиваю вас, потому что вас как бы раскручивают именно как такую коммерчески перспективную. Я не сказал бы, что нас раскручивают как коммерчески перспективную. Я, например, слышу от вас это в первый раз в своей жизни. У нас просто есть несколько песен. Ну, еще услышите. Ну, может быть. У нас просто есть одна или две песни, которые попадают таким или иным образом в коммерческий формат, коммерческих же радио. Да, я об этом и говорю. Но это ничего не значит, потому что если вы слышали наше сегодняшнее выступление или любое другое, нашу пластинку, то вы знаете, что, в принципе, мы играем другую музыку, однако и проявление наших лирических настроений в такой форме нам тоже не чуждо. Ну, вот посмотрим, как проявляются разные настроения группы Tequila Jazz сегодня в ДК имени Горбунова. И зачем они так долго кричат? Черный цех, шел наш бог, йо-хо!